Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы напомнить вам про замечательный салат, вернее, целую плеяду салатов под гордым названием «метелка» или «щетка». Показываю. Ну, это один из, конечно, вариантов возможных. Вообще классический салат «метелка». Его делают из капусты, морковки и свеклы, обязательно сырых. Ну, капусту тоненько шинкуют, морковку, свеклу натирают и потом добавляют оливковое масло. Ну, чуть-чуть, может быть, соли, но не переборщить. Ну, конечно, совсем экстремалы все выкидывают из своего рациона, оставляют только этот салат, чтобы быстренько избавиться от нескольких килограммов. Но такие быстренько сбросанные килограммы, мы с вами это знаем, возвращаются очень быстро. Поэтому наш с вами вариант использования этого салата, который выметает все лишнее из пищеварительного тракта, скажем так, использовать как составную часть нашего рациона, хоть каждый день, скажем, в один прием пищи, или каждый день, или через день, включать такой салатик. Вариантов множество. В данном случае у меня дайкончиком пахнет, потому что я вместо свеклы добавила сюда дайкон. Можно сельдерей, корневой стебель, можно яблочко, любые корнеплоды, пастернак и так далее. То есть все-все-все такое овощное, легкое, зеленое, красное, разных всех цветов радуги, то, в чем много клетчатки. Это прежде всего нас тут интересует. Есть минералы и витамины, все то, что отлаживает работу нашего пищеварительного тракта, то, что нужно полезным бактериям, которые там живут. Вот поэтому обязательно включайте в свой рацион эту стройную фишечку дня как можно чаще, но не только ее, потому что это только часть нашего рациона, а не способ быстренько сбросить килограммы. И никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Обязательно ставьте под видео лайк и оставайтесь со мной на связи. Переходите по ссылкам, найдете там много чего интересного и полезного. И все у нас с вами получится. Пока!